Все трюки были выполнены профессионалами, всем есть 18 лет, все были в экипировке, никто не пострадал. Не повторяйте увиденное в ролике. Здравствуйте. Как? Седьмая колонка 92 на 150. Покажи? Да. Так. Недостаточно средств. Давайте тогда наличными. Да. Спасибо. Короче, что, сейчас еду к мастеру всех этих дел. Будем смотреть вид. Во-первых, он очень странно держит обороты, при этом очень сильно дергается. Когда уже буду у мастера всех питбайков. Итак, верхнее крепление кронштейнов на Кайо ТТ-140. Итак, смотрим. Блин, оно не видно тут, к сожалению. Сейчас я выкручиваю свечу и сливаю масло. Снимаю. Свети. Сейчас мы что-то тут или пополам, или... дребезги. Не надо. Ой, царапинка. А, мне в палец отвертка. Да. Все? Шо? Все пропустил. Все, смотри, отвалилось вот это. Вытаскивай. Вау, опять пойдем, обойдем. Оба, до свидания. Как деревня? Подписывайтесь на канал Мототапила. Ну тут уже полю позарез надо. Ой. Дело до конца. Оп. О,
О, порвало прокладку. Ура. Ура. И что происходит тут? Ну, вроде все. Она. Что она есть? Картина? Да нет. Смотрите, какие-то непонятные это отложения. То, что она считается, это нормально или нет? Ну, относительно нормально. О, шайбочка классная. Вот так, хлобысь. Это чистенькая. Вау, ну почти. Ну да, в принципе, чистенькая. Не, это еще чистенькая. Да? Так, ну чё? Ну тут затянуто все нормально. Не, ну диски так и должны гулять, не? Да, диски так и должны гулять. Базара ноль. Смещение произошло с ремметок. Раз и два. Ага. Смещение, да? Угу. Это оно должно по синему вот так стоять? Да. Кстати, ее вообще, да, стоит бы выкрутить, потому что там хотя бы масло почистить. Покажите, что случилось на камеру. Ну вот, короче. Есть здесь такой выжим сцепления. Выжим сцепления, да? Есть вот такая вот штучка. Видите, какая здесь выработка? Завода вот этой полосочки нету, если что. Вставляем, и видишь, она сюда. Ну, только большого усилия вставляется. И также и вытаскивается. Она должна легко, да? Она должна легко. Ты его выжал, и все, и вот она осталась в этом. Yeah. Ладно, сейчас подточим. Наверное, соберем обратно. Центрифугу лезть уже не... Ну, это мы вырежем. Центрифугой. Его убило. Смотри, это мы один раз откручиваем этот болтик. Все, провернул его. Все. Это труп. Плохо очень. Это прям, ну, это фейл. Поскольку материала у меня не было практически совсем, поэтому тут будут рандомные моменты, которые вы ни разу не видели. А. Но они интересны. Давай стан, Эльдарчик. Ой-ой-ой, отлично. Ой-ой-ой, смач. Жми вилку.